вода на мне кончилась. Я только хотел сказать, что водные процедуры принимают. Здрасте, как его, да? Знаешь, давай такой дом поставим посередине комнаты. Вместо кондея. Поставь, чтобы тебе кондей. Блин, только что-то государство мне воду не дает. Ну что, друзья мои, снова в бой. Июльская поездка в Астраханскую область, Харбалинского района, на реку Актоба. Ну что, готовы? Готовы. Как? У нас очень сильно... У вас меньше, машина забита. Ну потому что не твой. Завес под крышу. Совсем битком, да? Я тебе говорил, влезет или не влезет? Ничего. Так, сейчас у ребят много вещей возьмем. В мой броневичок. Давай, Сер. Сейчас посмотрим. Давай сюда, на. Я тут сверху могу. Давай сверху положи, да. Где удобно? Пускай. Ну, наверное, туда. Она плоская. Да, нормально. Какой-нибудь еще, может, бабулечка можно там, вот, туда. А вторая подушка далеко убрана? Вторая наша подушка все. Далеко вот убрана? Все, вот так. Люба говорит, что в стеклу подклонять, можно туда. Да, можно. А у вас тут? Вторая да. Подушка в стеклу. Сзади, прямо сзади подарок. Так, Галина, нервничает, Готовится, не нервничает. Мы любим. Мы быстро не умеем. Нормально, нормально. Этом? Да, вам срочно нужен автобокс. Да, автобокс нужен, точно. Слушай, ну чего, вот пока оставим. Вот она, подушка. Ты можешь ее из чехла вытащить и сразу положить там где-нибудь, чтобы по-другому внутри было. Вот эту тоже, наверное, могу забрать. Это одеяло, да. Давай заберу. Есть? Ой, как здорово. Теперь обзорность стала нехорошей. Кондиционеры. Да, кондишн много места занимает. Много. Всеволод будет у нас с кондеем в палатке жить. Это что-то будет нечто. Смотрите кино, друзья мои, это будет бомба. Так, сейчас я положу еще небольшую сумочку к себе. Тубусы положил. Там у меня... Тубус очень неудобный. Я тебе говорю, здесь вообще просто офигенно. Он мешается, он не дает класть вещи. Там 4 тубуса, палатка вот эта вот, эволюшка лежит, да, здоровая. А, большая сумка с вещами и еще рыболовная сумка. То есть там... Ну все. Давай. Выдвигай. Держи за нами. Начинаются дни простого рыболова. Я бы сказал, даже не дни, а утро.
кто потом скажет, что дилер не работает, блин, я не буду. Знаешь, видишь, меня отвлекаешь. Я как вот на ускоренной съемке я буду показывать, что я работаю, да? Сев, ты мне сюда же большую гору уже накидал. Нет, есть трава, я вот акула лопаты не могу брать. Акула лопаты? Траву? Очень легко берется, просто я снег. Галина, если ты скажешь, что тебе здесь не понравится, вы переезжай. Я очень сильно обижу. А как все его обидеть? Чуть-чуть отдыхать осталось, да? Иди, Любань, разворачивайся. Хороший отек. Вот ты, Илюх. Да. Да. Все, дом готов. Ну что, Сев, построил дом? Да, сейчас. Норку свою вырыл? Подровняю. Ну, теперь у тебя вообще шикардос. Так, кто мою норку не закрыл? Так, это наша норка. А в ресторане, а в ресторане, та-та-та-та, поют цыгане. Так, тут отшельники живут. Друзья мои, вот такой у нас будет стол. Красота? Красота. Так, там в углу поставим плиту. Чуть попозже здесь будет жить. Тут у нас будет хлебушек лежать, всякие булочки, а потом рыбка поедет. Вот шатер 3,5 на 3,5, а мы разместим здесь более 10 человек. Так, давайте, пока не забыл, я вам расскажу о шатре. Значит, шатер 3,5 на 3,5 от компании Cruzy Camp. Что мне нравится, он усиленный. То есть у него крестовины, как видите, усиленные. Ну, во-первых, они сразу помечены, не надо самим изолентой помечать. Быстрый съем с кнопками. Ну, здесь все, соответственно, все то же самое. Верхушка тоже, верхушка усилена, опять же пометки. Вот. И где тут вообще эти встроенные, что как бы немаловажно, да, как бы есть вот такие кармашки, уже органайзеры встроены с этой стороны и с той стороны тоже, в принципе. Мелочь, но приятно, да? Кто курит сигареты, кто не курит, там, не знаю. Что угодно, короче. Газеты. Купил я себе вот такой еще органайзер. Подвилки, подложки, там, под всякое холмудень. Это отдельно покупал. Так. Что еще интересно? Что еще интересно? Шатер. Углы шатра закрываются на молнии. Сейчас я просто поднял, здесь как бы не покажу. Ну, сейчас попробую. Коля уже начал говорить, да? Вот так вот. Вот. То есть углы шатра закрываются на молнии. Это быстро во время урагана. Не надо там никакие, вот там, знаете, эти бывают вот такие штучки
значит, вот таких обычно на трех штучках по бокам закрывается, как правило, все шатры. И под них поддувает и начинает задувать, и вот это хлобыстать вот так. То есть вот такие штучки. Вот они. Здесь внизу вот они есть. Вот, и, как правило, у всех шатрах еще по бокам тоже идут вот такие вот, как вот, вот такого плана. А здесь как бы молния получается полностью закрывается, и довольно-таки быстро сразу мы все это дело, скажем, переоборудуем. Если дождь начинается, мы раз молнию закрыли очень быстро. Ну, в принципе, все о шатре. Шатер как шатер, обыкновенный. Водонепромокаемый. Что мне нравится, это усиленные вот эти вот крестовины во время урагана. Это очень важно. Его не ломает. Что я забыл? Вот в комплекте, что к шатру еще идет. Вот такие органайзеры. В кармашках я забыл. С того года положили. Сейчас я их одену и вам продемонстрирую. Короче, жена сказала все переделать. И вот повесили два органайзера сюда. Здесь у нас будет этот, плита. Кухонный отдел будет здесь. Здесь плита будет стоять. И вот эти будут висеть здесь. Так, вот такая кемпинговая мебель. Это крышка. Это полки. Это сам стеллаж. Так, вот я его достал вот в таком вот состоянии. И теперь как легко он собирается. Все, внизу я сейчас его зафиксирую. Вот эти ремешки на липучке. Продеваем и натягиваем. Здесь то же самое. Продеваем и натягиваем. Все, стеллаж собран. Вот он вход. Вот крышка. И вот такой у нас получился стол. Вовнутрь этого стеллажа можно складывать все что угодно. Посуду, еду, да хоть рыболовные снасти. Так, вот так он выглядит внутри. Такие полки получились, три штуки. Есть вентиляция и закрывается дверка на молнии. Этому стеллажу уже, наверное, лет 10, наверное, точно. Есть сложные конструкции, которые собираются, там вообще надо вставлять там всякие эти трубки туда-сюда. Вот мне нравятся быстрые конструкции. Просто раскладывается, как, по сути, как, ну, как стул, наверное, ну, как раскладушка. И внизу там на липучках все фиксируется. Очень удобно. Да, друзья мои, вот такой гимор, короче, вот с таким вот, с такой конструкцией. Есть конструкции намного проще, которые раз так быстро раскладываются. Вот, я ранее показывал. А это вот тут целая вот система. Это сюда, это туда. Вот. Ну, наверное, он, в принципе, прочнее. Вот, вот осталось. Там нам трубочку где-то сейчас вот там где-нибудь, здесь где-нибудь. Но не хочу, забыли где-нибудь продеть. Не забыли. Вот. И потихоньку вот так вот мы собираем его. Это у нас будет кухонный стеллаж. Сверху будет крышка, ветрозащита. Ну а то, что получится дальше, мы вам покажем попозже. Друзья мои, короче, я ошибся и все, короче, перепутал. Ножки должны быть там, все должно быть, короче, все наоборот. Будем сейчас переделывать. Не снимайте этот позор. Сейчас начинайте снимать, когда будет нормально. Вентилятор где у нас стоит? Ну вот что у нас в итоге получилось. То есть как бы нужная вещь, но собирали мы ее довольно-таки долго. Есть такие же вещи, но они собираются гораздо быстрее. Здесь из-за того, что вот состоит все вот из таких вот запчастей, из конструктора, ну как бы просто
порой забываешь что-то, порой забываешь вот такие вещи продеть, ну какие-то мелочи, нюансы, и все это немного как бы это занимает времени. А так под плиту вообще очень-очень-очень офигенная, нужная вещь. Кемпинговая мебель, разные вообще продаются, и просто стеллажи, и под вещи, и под посуду. Сейчас еще полочки поставим, и все, вовнутрь. Это все закрывается на молнии. Вот такие полочки у нас будут стоять. И сюда мы посуду будем складывать. Сейчас вниз и сюда. И все это закрывается на молнии. Ни собаки у нас еду не достанут, ни кошки, ни какая-то живность. Да и песок не налетит. Ну и все будет чистенько. Ну что, друзья мои, вот такие вот нужные, полезные вещи, которые нам могут пригодиться при отдыхе на природе, когда мы отдыхаем с семьей, с друзьями в палатках. Один человек выматывает, потом ставит или кладет его в этот. Главное не паниковать, не психовать. Поначалу там тизгали будет 100% тяжеловато. И под сак. В принципе, вот этот, вот этих можно, в принципе, наверное. Вот он, видишь, сам соскочил. И берешь его, короче, вот смотри. Вот у него, да? А у меня включена кошка? Нет еще. У меня включена. Вот в нем, наверное, сантиметр 40, наверное, должно быть. Вот я беру его вот здесь. Вот колючками вот так прижимаю. Первый улов. Да, Сереж, ну тебя можно подбирать. Это кормовой, его, в принципе, можно забрать. Это нормально, реальный. Вот. И вот здесь, вот видишь, я его прям давлю. Все, он никуда не денется. Потом можно перехватить. Не в красный все засовываешь, а вот она, видишь? И вот здесь его можно вот так уже взять. Вот, все. И вот здесь пальчиком прижимаешь. Но это не крупный. Вот таких за борт, Сереж. Вот он взял по-честному. Маленькую поймали. Маленькая. Да, кто-то таких забирает, но мы таких отпускаем. Сам выпустишь? Давай, снимай. Никак, дрыщи одни. А где лодка-то? Еще нету? А ты звонил ему? Да почему тут? Позвони. Тут совсем ничего? Дрыщи, мы всех выпустили. Ничего не взяли. Может, не там ходили, может, не на то ловили. Хрен знает, не знаю, искать надо. Белочь, одна белочь. Все за борт. Не знаю, мы на яме в 7 часов у нас были хорошие поклевки, там, наверное, несколько штук. Но взять ничего не взяли. Наталья Александровна, а вот Севе, Всеволоду, то, что Хонду мы вчера вернули, то, что она не ехала, Андрей обещал к 8 часам лодку подогнать. Он, чего он? Ну, если поставили, то молча, никому ничего не сообщили. Пусть он подойдет кто-нибудь и покажет Всеволоду, какая его лодка. Потому что он же стоит, он ждет вот с 8 утра. Пожалуйста, ладно? А то чего? Да, пусть подойдут, скажут Всеволоду. Мне... А, все со спинами? Ну, значит, еще не поставили. Значит, сейчас пусть пистон встает. Любань, сейчас мы съездим еще, наверное, вот часиков, наверное, до 11. Попробуем сейчас вон там внизу и приедем туда покушать. Я что-то прям вообще пожалел, что я утром ничего не поел. Прям есть хотел. Иди, поешь кашу. Да ладно, сейчас еще, я еще просру клёв. Сейчас мы поедем, съездим, потом приедем, поедим. Ты куда, заяц? Я уезжаю.
А ты чего, Серег, не ездил никуда? Бель, все он, бель, душат там, короче, одну за одной, одну за одной, одну за одной. А где хищник, непонятно вообще. Там мужик сидит, Серег, на этом, на лодке. Не знаю, на что он там ловит, у него там 4 спиннинга, он прям как на этом, на пианино, блин. Нажмы, да? Мелочь? Ну, такие вот. Ну, подлещики вот эти какие-то там, густера. Поехали, ладно, что сейчас время убежит наш. Толкни чуть-чуть. Сейчас мы через часик приедем. Хоть что-нибудь на жареха, там, не знаю, на копчение, может. Найдем, я думаю, найдем. Надо просто искать, искать, искать. Я говорю, я в июне там нашел 25 килограмм за выход. 25, там, 18 килограмм привозил. Такие корешки прошел прям удачно. И поклевки главное не было. Есть? Взял? Красавчик, а? Видишь, какое место нашли? Судачи плыть там. Тяжелое, собинуть не давай. Опять дрещало. Дрещало. Надоели уже, дрещало. Где хорошая рыба живет, где хорошая рыба живет. Ну и ёкарный бабай, а? Нет, это у забрана. Этого мы забрали. Слушай, пожрать-то не на луне. Нужно пожрать, не на луне. Но он есть там. Второй дрыщ. Но этот побольше дрыщ. Странно, значит, и бели не видно нифига там. Ой-ёшеньки, ё-ёй. Взял. Ну, дрещело, по-моему. Кошмар вообще, просто вообще. Дрыщ на дрыщей, дрыщом погоняет, да? Ну, если на агрессора такой виснет, ну что же делать-то вообще? Ахтуба, я тебя разлюблю. Ну что такое это вообще? Просто жесть. Это же жесть.
Что-то никак мы найти не можем нормального судака крупного, какие-то одни дрыщи. У нас, правда, первое утро, время еще вагон и тележка, но пока как-то не очень. На агрессоры поклевывает, на трон поклевывает, на бандиты дрыщи, да и на агрессоры дрыщи. Ищем. Надо потом ходить, наверное, где потише, где нет никого. Будем искать дальше. Неужели? Трон. Тронище. Помнишь, как тебя учу брать? Аккуратненько здесь, значит, да, между жаброй и жаберной крышкой. Между жаброй. И под пузико. Плавничочки не зажимаешь. Садись, присаживайся. Сильно его не свети. Да, вот это не ломаешь ему. Ну, ты сейчас что-то извернулся-то как-то. Да я опять не взял. Не на мост оставил. Ну, давай. Что, друзья мои, мы под высоковольточкой, второе утро, вроде бы как нашли судака более-менее крупного, где-то полторашки, двушечки такие, но его мало. Попробуем сейчас уделить время именно этому месту, потаскать там троны, агрессоры, палкообразные, посмотрим, что получится. На 6-5 метрах очень много мелочи. А крупного мало. Попробуем его где-то вот здесь вот поискать. В районе ямки. Андрей сейчас взял на трон. Это на глубине около там 8 метров, 7 с лишним. У меня стоит агрессор. Пока агрессор молчит, но вчера поклевывал на агрессор. В районе 5 часов, да, получается, без 10:05 он взял. Была? Есть. На отдаче. Ну, не очень крупный. Вот отработал агрессор в 5 утра. Все, ушел. Ну, не крупный был. Что-то у Илюши сходов стало много.
сейчас все наладится. Все будет хорошо. Так, вот этот лучше проехал бы мимо. Ну, вообще хвостом начнет ходить, блядь. Проехал. Ну, а теперь клюй давай. Все. Клюй, 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 клюй. Повисло? Дрыщара? Беж. Ну, этого берша можно забрать нормально. Да, да, да. Этот бершик нормальный. Какой красивый. Хороший, хороший тост. Так, так, слабинами давай. Потихоньку мотай, не надо выкачивать. Потихоньку. Он, короче, идет, ты не мотаешь. Не надо ничего качать. Просто спину держи прямо и все. Так, опять трон. Делал агрессора. Что-то уже более-менее. Поздравляю. Это уже душечка, наверное. Вот поэтому я люблю по ямкам ходить. Все-таки по ним повеселее. На, держи. Вот так берешь его. Все. Теперь его вот так вот. Нет, стой. Опять тебе не так давай. Стой, погоди. Рукой. Ну, другой рукой перехвати. Нет, нет, ты его закрываешь ладонью. Просто опору такую ставь. О. Супер, вот так держи. Вот такой трон. Слушай, работает, да? Держи. Держи. Кормовой. Присоседю станком. Я обычно такого не рабочего. Ну чего? Поймал? Щучий заезд. Галка щук надергала. На котлеты. Призы? 4 штуки. Отлично. У нас Сергей, короче, профи фидера. Серег, расскажи, короче, что на фидер? Клюет как из пистолета, то ли густера, то ли подрезчик, я в нем не разбираюсь. Короче, пошли покажу. Пойдем, пойдем посмотрим. Мы сейчас идем смотреть, что Сергей поймал. Он же говорит, давайте на камеру сейчас поклевочку, а потом садочек покажем. Сейчас посмотрим вообще, как профи ловит. Еще не ловит, только сел. Только сел, да, буквально. Ах, туба, щедра. Надо сделать все-таки, наверное, спинки.
долго будем? Сережа под зонтиком тут обитает. У тебя стульчик, по-моему, что-то провалился, кот. Худеть надо, елки-палки. Так. Сейчас, как обычно, на камеру не будет, да? Ну, давай проверим. А давай попробуем, правда. Так. Так, короче. Берем. Червяков брать не стали. Взяли кукурузку, взяли резинового мотыля. Но мотыль работает хуже. Хотя тоже. Кормить не обязательно. Ну, это так, по привычке. Так, сева. Из-под руки отойди. Так, без монтажа, короче, заброс. Грузил, опустился на дно? Да, встал. Вот грузил. Она волочит его. Даже 80 грамм волокет. Ну, это как всегда, по заказу. Ну, ребят, короче, еще... не-не-не, во, пошло. Ждем. Нет, Илюх, без монтажа не хочет. Без монтажа не хочет? Есть. Вот, есть. Есть, Серег, сидит? Есть, сидит. Сидит. Хороший сидит. Не, должна быть. Есть. Должна, есть. Ну вот так, друзья мои, короче, тоже вставочка небольшая, как можно ловить с берега, там, на уху, там, тараночку, да. Это, конечно, не очень крупная, там утром будет покрупнее, вечером тоже, блин, это сейчас вообще, я считаю, 3 часа дня. Это пойдет домой, это вообще ни о чем. А, даже Серега таких отпускает, оказывается. Ну и показывай садок, что ты наловил. Ну так, крупнее я немножко взял. Ух ты! Ну а что, тараночка, уша, ушица там, да? Отлично, опускай, не мучай. Это за какое время? Буквально что-то, по-моему, за час там, да? Ну, вы пришли. Ну, час-полтора, наверное. Полбутылки не прошло. Полбутылки? Да ладно, полбутылки, вы даже не пили столько, блин. Взяли там по две стопочки, так, за первый улов. Ну все, а теперь, короче, мы идем на окрошку. Ты дальше потом посмотрим, что будет. О, я знаю, как надо сделать. Надо встать на лодку, завихариться. И прям так. Если в этом месте нужно тут найти место, холодное, где рыба стоит? Нет, там бровочка, вот как раз там видно, там в одном месте прям злая. Я крючки поотрывал. И прям под бровочку встать шикарно. Вот так делать. Ну а что нам скажут дети? Как вам нравится здесь, нет? Ну а что нравится, что не нравится? Арбуз нравится? Сосиски нравятся, походу. А рыба сейчас рыба будет жареная. Рыба тут большая, тут рыбу удобно ловить. Ну-ка расскажи, Вань, какая рыба здесь? Ну, хорошая рыба, да? Ну большую поймал, большую. Здоровая, покажи размер ее. Вот такая здоровая красноперка была, да. Суперская рыба. Поставь. Все, мы кушать. И потом, наверное, на рыбалочку. На даче у нас будет свежий воздух, а рыбки не будет. Потому что дом будет. Я бы
странно, не давит. Нормально, двушек точно есть. Аккуратно не столкни его, Он уже один выпрыгнул, походу. Так, будем менять, будем искать, У кого догонят? Как минеры по минному полю. Вообще там 2 часа ничего не будет, или, допустим, трещей ловить там на мелике. Ямы работают, на ямах он ловится, но, повторюсь, я говорю, немного и не сильно крупный. И работают агрессоры, там троны, редайверы и тому подобное. Мэнс даже мне ничего пока не принес, вообще просто парадоксально. Ну что, как? А, вы его, бля. Ну кто это? Геламут. Геламут, да. Мы решили. Решили. Но голова как будто помесь, блин, все-таки он от толстолоба что-то... Не-не-не, чисто геломор. Ну, тут толстолоба у него такая, как она, как клюв вытянутый. Круглый, и рот, мне кажется, поменьше. Ну, это вот что-то вот башка вот такая, ну, более расширенная. 8 метров сказали, что ты вылез. 10 метров. Наташа обивала. Ну да, я тоже рухнул. Да, мы были уверены, что это сон. А потом, когда он ее подтянул, да... Мы увидели спинку, мы сказали, что это сазан. Без толковки, потому что. Ага. Не видно же, только спинку видим. А слайд не форсировали. Может, говорит, мы зайдем в воду, сумку возьмем, а ты там сумку ее заведешь. Чтобы сумку-то эту надели, она только на голову налезает. Сумка маловато. Глаза закрыть дома. Там по тот берег пошла, я говорю, ну что, звоните Илюхе. Телефона нет. А да, мы... Ты что, звонить-то нечего? Вон все телефоны встали на берег, да? Только не хочу.
Так, ну что, приехали на совсем новое место. Здесь я раньше никогда не ловил. Поставил, сейчас дорожку отметил. Сейчас я вам пытаюсь ее показать. Вот, значит, я точки понаметил, короче, тропу там такую, короче, дальше надо будет идти. И сейчас будем ловить где-то по 6 с лишним метров. Там около 7 будет. Так. Я с женой и с друганом. Сейчас, Андрюх, привет. Ребань, привет. Надеюсь, нам повезет, и мы сейчас квадратика поймаем. Время 4 часа, в принципе, должен брать. Запускайте. Поставили троны. Один тампокс и 224. Вот моя дорожка. И дальше туда идет. Попробуем по ней походить. Перепады там хорошие, там от 6 до 7 метров. Первая дорожка может быть неудачная, потому что мне сейчас надо сначала как-то сориентироваться здесь по местности. В принципе, привязки сильно никакой нету, то есть довольно-таки тяжело только по бровке ориентироваться, идти по глубине и отталкиваться от глубины. Но опять же тяжело, потому что там с 6 на 7 перепады можно путаться, уходить. На самом деле лучше идти прямо, чтобы, допустим, проходить эти ямки всякие там, возвышенности. Пробуем. Как поклевки будут, скажете мне-то? Да, да, да. Нет, ты главное такие вот щелчки слушай. И как тычок будет, подсекай. Вот слал хороший был сейчас на 8. Вот стоит бель. Выше, возможно, судак стоит один. По даунскану вот кое-что видно. Ну, походу, место мы выбрали правильно. Я смотрю, троллингист нам навстречу по течению идет. Я из первый раз, ну, значит, место нашел верно. Штиль, жара. Хоть бы ветерочек немножко подул бы. Вентиляцию бы включили бы. Вентилятор, да? А я думаю, сюда вентилятор какой-нибудь пристроить. Есть такие шапочки там. Шапочки? Как у Карлсона. Вот шапочки, да. Так, первый судачок. Любань, выматывай. Мелочь? Сошел, что ли? Или настолько дрыщ? Слушай, ну он съедобный. Не самый дрищ. Ну, размер копчения, да? Да, но надо покоптить. Да, мы просто отпускаем этих уже. Очень много отпустили, а на копчение что-то мы не собрали. Наверное, мы таких все-таки штучек 6 возьмем, если повезет. Ну, не сильно, но мелких. Сколько? Ну, ты давай, ты у нас мастер определения. Я думаю, что здесь, наверное, грамм 700 где-то, наверное, да. 700 ровно. Ну, Андрюхи, ну, по сантиметру глаз алмаз. 35, наверное, да? Не, он проходной. Блядь, мяса по нет, но это точно проходной. Здесь сантиметров. Чего за. Так, ты аккуратно мне здесь тюльпан не выбей, чтобы поводок сюда не приходил. Висит у тебя что-то. Мелочь какая-то. Какая трава, судачок мелкий. Ну вы чайники. Ну так у тебя даже видно, как он пик повизли. Так, что-то на новом месте нам свисает заяц. Может, не здесь ловим. Дрыщ. Этого забор, да? Да, этого забор. Нет, заяц, это дрыщ.
Выматывай давай. Не-не, так выскочит. Так, сейчас попробуем, может быть, переместиться куда-нибудь под коряги, что ли, попробуем. Давай сюда. Так, и вот то, что мы заметили, работает вот такой синенький, 224-й. Прям вообще просто. Конечно, говорю, синенький мне поедет. Надеюсь, здесь завалов нету. Погнали. Странно, как будто вообще здесь вымерло все, ничего нет. Так, ладно, надо валить отсюда, наверное.